болеть за команду моего папы. Пока счет вот такой. Я болею за красную машину. Рада вас видеть на нашей презентации. В первую очередь, как эмоции от сегодняшнего праздника? Вы знаете, всегда, я уже второй год выступаю на таком мероприятии масштабном. И всегда очень приятно, когда меня приглашают выступить здесь. Поэтому только позитивные. Вот, как-то так. Частый вы гость на хоккейных матчах, в частности, нашего клуба. Что можете сказать о своем отношении к этому виду спорта? Могли бы вы уже приобщиться, возможно, мы это еще не видели. Я уже давно говорила, то, что у меня папа хоккейный тренер, в прошлом хоккеист профессиональный, поэтому с самого детства мне привили любовь к хоккею. Какие-то, я именно в виду, к игре были, назовем это так, поползновения, да, может, чисто в любительском, для себя, покататься, поиграть, примерить форму именно на льду, не так вот. Я могу сказать, что в детстве я именно с папой и сестрой выходила на лед, и папа учил нас, как правильно пользоваться клюшкой, как обводить. В общем, это очень сложно, на самом деле. Я подумала, нет, хоккей — это точно не мое. Я вот чисто на трибунке посидеть, посмотреть, вот. Ну, когда вы сидите на трибунах, получаете удовольствие от игры СКА? Конечно. Всегда такой драйв получаешь от игр, и где-то мне вообще не нравится, когда дерутся на льду. Конечно, хотелось бы, чтобы этого было поменьше, но это интересно, это зрелищно. Я думаю, что всем зрителям нравится смотреть хоккей. Не могу не спросить, под крылом СКА также есть Академия фигурного катания. Вы частый гость там, также периодически можете тренировать Арину Ротенберг, да, например. Что можете сказать про эту академию и, в частности, про Арину, может быть, даже? Ну, всегда радостно, когда фигурное катание развивается, и открытие таких школ, естественно, развивает фигурное катание. Поэтому всегда только положительные эмоции от этого. И в частности, я об Арине могу сказать, что она классная девочка, которая стремится, знает, чего она хочет, и очень работоспособная девочка.